ужасно такая занятая жизнь, вот такая постоянная гонка. И доходишь до какого-то момента, что ты демонстрируешь продукт в Белом доме с президентом Соединенных Штатов, и ты понимаешь, что здесь все возможно. Он посмотрел в мой паспорт, сказал, O1, welcome. Если в Москву с России со всей едут, то в Нью-Йорк со всего мира. Это интернациональный город. И это моя история. Родом я с Харькова. Мои родители, они... Отец с Нигерии, мама наполовину камерунка, наполовину русская. Они встретились, когда они учились в Харьковском инженерно-строительном университете. И они оба доктора наук по архитектуре. И я родился в городе Харькове. Это очень красивый город. Это очень хороший город. И там я прожил до 16 лет, и потом мы переехали в Америку. Я всегда знал, что я буду за рубежом. Потому что с детства, когда мне ребята спрашивали, а вот ты бы жил в Америке? Я говорил, да. Я даже думаю, что я там скоро буду. Понимал, что я буду в той стране, которая предоставит мне те возможности, которые мне нужны. И мои родители это тоже знали. Мама был тот человек, который нас вообще-то потянул. Потому что она получила джоб-оффер, и она получила именно ту возможность, чтобы взять всю семью и перевезти сюда. В 2003 году, когда мы переезжали, мне было 16 лет, моему брату было 9 лет. Большое спасибо маме за то, что она смогла нас всех перевезти. То есть идея была совместно всей семьи. Они хотели лучшие возможности для нас. Первые впечатления об Америке были... Я был в шоке, я был удивлен, и мне очень нравилось все то, что я видел вокруг. Когда мы ехали с аэропорта, был момент, что я посмотрел, как линии были расчерчены. И они отражались. То есть для меня это был большой шок, потому что в Харькове такого не было. И многие вещи, которые мы потом делали, например, она увидела знак оленей, и она подумала, это какая-то шутка, это, что это такое. И потом проходит ровно 5 минут, и возле того же знака пробегали олени. И мама поняла, что вау, мы в Америке. Мы жили месяц в Новом Орлеане. Потом мы переехали в Индианаполис. Первое впечатление, то, наверное, скорее всего, еще шло от американцев. То есть я не мог понять американцев. Я знал язык на отличие, но фразы, сленг, этого я не знал. У меня есть даже очень классный пример с того, что произошло в школе. Я пришел первый раз в школу, мальчик опрятный, рубашечка. Джинсики, все аккуратненько, портфельчик пришел. Это был 11 класс. И происходит такая ситуация, что ко мне подходит черный парниша. И он начал со мной разговаривать на сленге. Hey, what's up, говорю, do? Я ему ответил, excuse me, извините, что вы говорите? И в этот момент он понял, что я не местный, и я не... Точно такой же, как он. Я не могу выделить одну культуру, одну расу. Я человек мира. Я открыт ко всем. В нашей семье разговаривают на 5 языках. Это русский, английский,
французский, ибо, и иногда проскакивает украинский. В домашней обстановке в основном мы говорим на русском языке. Я привык с детства разговаривать с родителями на русском, и когда я приехал в Америку и научился говорить на чистом американском, я просто понял, что они не будут меня понимать. Для меня очень важно общаться с моими родителями на русском, потому что я поддерживаю свой язык, я поддерживаю культуру, и это часть меня, которая всегда будет со мной. Многие здесь знают меня как The Black Russian, и это как-то ко мне прижилось даже в Майами, в Индианаполисе, в Нью-Йорке, в Чикаго. Прожил я в Индианаполисе 9 лет в общей сложности. И потом я переехал в Чикаго. Чикаго – это мой любимый город. Честно сказать, почему я переехал в Чикаго, это было изначально из-за девушки. Ну а по большому счету, я приехал сюда из-за музыки. Для меня Чикаго – это город музыки, и это город хаос-музыки. Который сделал, делает и будет дальше делать эту качественную музыку. Я переехал как Uber-драйвер. После этого я, можно сказать, почти даже сразу, когда я приехал сюда, я начал думать, как мне играть в городе. Я начал развивать свою карьеру как диджей. Первый мой опыт как диджей вообще был в 13 лет. Я играл свадьбу своих родителей. Они женились заново, и у них была католическая свадьба. И там был проигрыватель. Папа мне подошел и говорит, ну там нужно покрутить музыку. Я сказал, нет проблем, все будет сделано. И вот до сих пор я играю профессионально. Вот уже 12-13 лет. И это то, что мне нравится делать на повседневной жизни. Для меня быть диджеем – это быть дирижером. Общение с живой публикой это отдача энергии. Я это вижу, я это получаю обратно, и мне хочется это поддерживать дальше. Here we can just play all of the 50 shades of Alvin. Yeah, each week you can play a different version. Happy that you jumped on board like when you did. Me too, man. It's been great having you, brother. I mean that like, from the bottom of my heart. So much going on in Chicago every weekend, right? So it's good that we have like a nice little crew that's coming out and kind of prepping for the events that are coming forward. Мероприятия, которые проходят в городе Чикаго, которые проводятся мной, могут варьироваться от фэшн-шоу до клубной вечеринки, до корпоратива в музее. У меня бывают разные роли. То есть я могу отвечать за музыку, я могу отвечать просто за entertainment, а могу отвечать полностью за все. На протяжении последних 12 лет за поддержка, расписание, продвижение, маркетинга, соцсети отвечал я. На данный момент у меня появилось пополнение в команде. У меня появилась Оля, она мой букинг-менеджер. И у меня появилась девушка по имени Бьянка. Она сейчас занимается моими соцсетями и пиаром, и маркетингом. Они, как команда, они отвечают за будущее продвижение моего бренда, и у меня сейчас есть время сфокусироваться на тем, что я должен делать. Это создавание контента, а их работа – это уже продвижение этих идей и этих мыслей дальше. Some of the things that I want to do with you, because you guys are a new part of my team, I want to introduce you to the people that I work with already. I want to introduce you to everybody who I do business with so that we could also understand how we can create other strategies in regards to what we're going to do further. But before we do that,
Do you guys want to check out the new music that I have yes. made? Yes, yeah? It was made. All right, let's go. Come on, let's go. So let's listen to it. Этот трек, это вот сейчас для меня как мото в жизни. И скоро мы будем снимать на него видеоклип, так что я уверен, что это будет очень интересный, красивый клип. Облая слеза, не помнить и не знать об этом. Нужно понимать, ради чего играть в это. The girls were just like, she got it. Like, I love it. I love it. Я на данный момент показываю им вокруг и хочу ввести в курс дела своей жизни. Курс деятельности и вещей, которые я делаю в городе Чикаго, очень насыщенный. Короче, происходит все, весь экшен для вашего радио. Тут мы еще делаем вещи как development, web development и брендинг. И сейчас я познакомлю ребята с... I'm sorry. I apologize. Yes. So I'm going to introduce you to Andre, and he's actually going to tell you more about what this place is all about. And then at the same time, we're going to talk about what we actually do in our upcoming events that we actually have here. You guys ready? Okay. Let's go. Привет, привет. Как дела? Это Оля. Это Бьянка. Оля, мой бутик менеджер. Бьянка, мой социальные медиа. В 2010 году я первый раз попал на ваше радио. После чего я стал официальным диджеем для вашего радио и Bugs Entertainment, который приводит наших звезд эстрады с России, Украины. Ваше радио помогает мне оставаться в русскоязычном комьюнити. Очень скоро приедет Лобода, очень скоро приедет Монатик. Okay, so we have two artists coming to United States. It's Лобода and Монатик this fall. Лобода concert will be in Chicago September 21st in the Mid. Монатик will be here in November 11th. Like, in my opinion, we can also create like our own strategies of like how to market it and market it to our people. And cater it to different groups of people so that we could actually create something interesting, something unique. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Nice to see you guys. Yep. Thank you. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you. Bye. Для моего имиджа, для моего бренда это очень важно, чтобы имидж, стиль, это все было четко, это все было профессионально. Нужно правильно выглядеть и соответствовать своему бренду. Даже когда мы делаем фотосессию, чтобы продукт этой фотосессии отображал ту картинку, которую я хочу именно видеть. Вперед, вперед, вперед. Еще одну. Вот это вот мне что-то нравится. В таком, да? Вот это вот мне нравится. Ой, Жан. Давай еще раз. На данный момент я работаю над несколькими проектами. Каждый из этих проектов очень интересный, потому что они все разные. Первый из проектов – это модом журнал был сделан моей подругой Олей Писценко. И она сделала этот двуязычный журнал, который на данный момент является единственным журналом в городе Чикаго, который издается на двух языках. Сотрудничество с модом Magazine произошло после того, как Оля мне написала и просто решила спросить, если я хочу быть тем человеком, который предоставляет ей контент. Я сказал, нет проблем, потому что мне это интересно. В журнал модом я пишу статьи
То есть мы встречаемся с Олей каждый месяц. Мы прорабатываем план, который нам помогает собирать контент, который мы будем запускать. Ну вот сейчас я начинаю работать с онлайн-радио, я тебе говорила. То есть мы это будем делать как совместный проект. У нас увеличивается аудитория, то есть будет журнал наш. Наш обычный, да, русский, английский. Ну, потому что у меня еще есть куча контента, и нужно будет с тобой еще поговорить по деталям, скорее всего, на следующей неделе. И чтобы, знаешь, мы понимали, какой у нас план, какие у нас дедлайны, и когда у нас будет дедлайн для следующего журнала. Ну, спасибо тебе большое за митинг. Да, была рада видеть. Всем привет передавай, а так я побежал. Да, okay? Да, давай, хорошего чао. Дня, пока-пока. Следующий проект, над которым я работаю, это проект с моим другом Ильей Пашковым. Илья Пашков – это дизайнер с Украины, про него писали Forbes. И это тот человек, который даже мне нарисовал мой логотип. Этот человек очень-очень, как по мне, очень гениальный в плане дизайна. Мы работаем с ним над стартапом. Этот стартап – это будет самый оптимальный и самый лучший user experience. Так как я работал в Uber, а Илья работал в BMW, у нас есть представление о том, что мы хотим чувствовать в одном приложении, когда мы нажимаем кнопочку этого приложения, и как это приложение будет нам предоставлять сервис. Так как это стартап, я не могу рассказывать все детали. Революционно. То есть много-много эпов, которые могут это позволить сделать, но нет ни одного уникального концепта, который мы с тобой придумали. Поэтому да. Нам нужно продолжить эту работу. И в данном случае я уже начал думать насчет интерфейса, экспириенса. И мне кажется, это вот идея, о которой мы говорили, помнишь, типа с шариками. Шариками. Да, где ты просто, это шарик, это есть как бы твой поинт, где ты начинаешь. Ты его пум, кинул на карту. Да. Он просто рядом появился, ты добавил второй. Просто да. Уникальный интерфейс, где ты передвигаешь эти шарики просто по экрану и создаешь все эти точки прямо на карте, куда ты идешь. Еще придумать правильное имя. Вот я тоже об этом это думал. Это очень важно, да. Это, кстати, это один из самых сложных моментов, потому что все, в принципе, занято. А это должно быть что-то короткое, емкое и то, что будет понятно, в принципе, всем. И unique, потому что когда лишь люди понимают, что мы говорим это слово, они сразу же понимают, а, это как Uber, Google, да. Uber. Да. Так что давай сейчас посмотрим, какое у нас расписание на следующей неделе. Вот ты забит? У меня, честно говоря, эта неделя вся забита, а на следующей мы с тобой можем в среду собраться в 10 утра, как мы там обычно делали. Окей. Среда, 10 утра. Что ты сегодня делаешь? Ну, сегодня мне еще нужно прогуляться по Миллениум парку, нужно посмотреть по поводу идей, которые у меня есть, что я хочу сделать в следующем году в плане мероприятий, в плане большого фестиваля, который можно, например, там устроить. В этом году у меня появилась идея о том, чтобы сделать какое-то красивое, грандиозное мероприятие в павильоне. Почему? Потому что я видел House Music Fest. Я, когда это увидел, сказал, я хочу сделать так же, но еще лучше, красивее. Помнишь, House Festival тут недавно происходил? Да, это же здесь было, правильно? Это вот, короче, в Prisco Pavilion. И вот знаешь, я вот подумал, можно было бы сделать такую же какую-нибудь грандиозную тему в следующем году. Именно, знаешь, в плане, где можно объединить все стили, всю музыку и сделать именно вкусно. Такой электронный фестиваль. Я, честно говоря, вижу здесь, представь, если добавить легкие перекрытия себе сюда, на крышу, в принципе. Ну. И запустить сюда, короче, проектор, чтобы вот эта вся эта территория, она была с крышей. Видеомэппинг. И полностью видеомэппинг сделать на всю крышу, ты представляешь? На всю крышу. То есть вот сделать крышу. То есть это как бы open air, но в тот же момент пуски какие-то моменты, на которые проецируется там небо, допустим, вселенная, еще что-то. И ты как бы находишься open air, но под фейковым небом, которое еще проецируется сне. И оно еще меняется. И оно меняется постоянно так, как ты хочешь. И просто сумасшедшая музыка, да, несется со сцены. Место на самом деле идеальное, поэтому давай планировать. Я думаю, что мы сможем. Да. Ну, короче, бро, я сейчас погнал. Большое спасибо, что ты со мной посидел, пообщался, братан. Другой голос.
Самые большие три преимущества в жизни в Чикаго – это то, что у нас есть красивое озеро, у нас есть много интересных достопримечательностей, и лето в Чикаго – это самое лучшее время. С мая по сентябрь жизнь в Чикаго просто бьет ключом. Тут можно посетить фестивали, выставки, кинотеатры. Разные лодки выезжают с разными boat tours, которые вот просто объединяют людей и дает людям просто провести время, даже не задумываясь, что им нужно тратить деньги, потому что это все предоставляет государство. Чикаго – это миллионный город, в котором кишит жизнь, в котором постоянно где-то есть люди, в котором постоянно кто-то ходит и в котором постоянно что-то происходит. Один из моих любимых проектов, который мы запускаем каждое лето, это Chicago Boat Parties. Что мы делаем на Chicago Boat Parties? Мы предоставляем возможность людям со всего мира потанцевать, отметить свое день рождения, провести какой-нибудь праздник и просто провести это время на озере Мичиган под или звездным небом, или под солнечным небом. Мы это проводим ежемесячно, и каждый раз мы приглашаем новых диджеев, новую музыку. Каждый раз, когда мы делаем мероприятие, у нас публика меняется, потому что это интернациональная публика, но она меняется в зависимости от диджеев, которые приходят туда. Для меня очень важно объединять людей, для меня очень важно соединять людей. И я вот нашел то, что через музыку в стиле хаус можно дотронуться для любого человека в любой точке мира. Потому что это будет это те мотивы, которые будут напоминать им диско, фанк, джаз, соул. И эти мотивы находятся в любой культуре, в любой стране. И вот стиль хаус, как по мне, объединяет это все в одно. Мне в моей карьере больше всего нравится это то, что многие об этом даже не задумываются и не замечают, но диджей или человек, который продюсер, который создал песню, он управляет мыслями, он управляет чувствами, он управляет теми эмоциями, которые могут тебя вкинуть или в радость, или в печаль. И моя самая главная позиция – это всегда дарить людям радость. Thank you.
Спасибо.